Ну, наверх и потом уже, ну, к тому краю горы. Там, где ступени вот эти. Вот здесь, если бы не эти кусты, в принципе, хороший заход. Вот тут будет заезд. Вначале чутка ушел. Ты можешь выехать, если тебе помочь. А? Да, может, за руль. Ну, поедешь туда. Должен быть хороший кадр. Четко. Упала и моя цаца. Весь бензин вытек. Давай проедем вдоль склона, а там, если что, спустимся и по полю. Главное, чтобы Роман не убился тут. Чуть-чуть. Мог Вадима еще переехать, блин. Изданчик, блин, такой. Может, ему сказать? Он видел уже. Это не Кириллыч. Кирилл не видел, наверное, еще. Видел. Так я говорю, здесь офигенная трасса. Вот это место.
Вот это я имел в виду. Ладно, я так понимаю, нам надо спускаться. Сергея дождемся. Там, где кажется, не заедет. О, смотри. Еще без шлема. А это Роман, потому что. Джипы. Курву запускает на горе. Да, такая тишина, и вдруг такой мост. По внешнему виду я бы сказал, что хер. Разбит и колеище сильное. Что там будет в этом году? Мне что-то... А? Что-то я очкую. Не знаю. Ну, вроде как-то едет. Смотри. Ну, не знаю, не, троху зацепа есть. Есть? Давай, Вадим, что-то я просто что, как бы очковал сразу. Сильно кажется, что барханы. На самом деле не такие уж и барханы.
Ну чё, парни, это ж легкотня для девочек. Ну, бля, ну, Вадим. Ты просто как мешок начал падать, вот посмотришь. Даже не пытался, блин, как-то сыграть, просто на бок. Нет, ты когда на... просто вот упал как мешок. И чем-то очень жестко впердолил. Пластиком чем же еще? Опять поломал. Ой, бля, вообще выломал конкретно. Так звук-то был нехилый. Не. Давай. Зашибись. Понял, Вадим? Повторяй за Кириллом. Все, я уперся нормально. Ну, что это такое? Это какой-то крот, у него нос. Стой! Блин, ничего не понимаю. Это выхухоль. Батарейки меняем. Надо с тебя заснять. Она еще мягкая какая-то. Так тепло. Вылезла помереть, и то не дали спокойно. Издеваются. О, над... Она теплая, наверное. Проехал кто-то, по-моему. Ну, раздавился, Серега. Сергей раздавил, она живая была. Ну. Давай теперь спущу дыхание. Вылезла мышь посмотреть, что тут за раздача. И переехали нафиг. Такая. Вот тут сейчас будет спуск. Нормальный. Миша! Еще один раз давай. Не хочется трогать. Охлая какая. Ты знаешь что, Вадим, если ты это выкинешь? Если ты это в интернет выкинешь, то знаешь, она сейчас любит найти каннибализм, а еще скажут, блядь, изнасиловал мышь, блядь, и, блядь, засудят еще, блядь, понимаешь? Солнце вылезло, вообще ништяк.
Чего ты? Перестал работать.